На месцах ремонтных работ на МКАД будут усталевываться датчики контроля хуткости. Зроблено это в первую чергу для безопасности дорожных рабочих и как минимизовать колькость ДТЗ. Зараз на 12-м километре Минской кольцевой на путепроводе ведутся працы по ликвидованию выбоины и неровностей. А кроме спидкама, одержатые инспекторы в этом месяце усталевали додатковое светловое панно со знаками изменной информации. Место, где проводятся ремонтные работы, позначено в ответственности с потребованиями. По 23-го красовика обмежевание худкости на участку 70 км в годину. Случаются и несчастные случаи. Очень часто случаются дорожно-транспортные происшествия. И во всех случаях мы всегда хотим обеспечить наших людей, которые работают, прежде всего, безопасность. Вот уже с этого года на всех местах производства работ по кольцевой дороге, я думаю, что и на магистральных улицах города Минска будут устанавливаться камеры фиксации. С початку года на Минской кольцевой здарылося 5 аварий, 7 человек отримали травмы.